Немецкая Люфтганза закончила первый квартал с убытками на 167 миллионов евро до уплаты налогов. Одни только забастовки персонала крупнейшей авиакомпании Европы, а их с января по март было 6, обошлись в 42 миллиона евро. К тому же компания отметила снижение числа заказов на билеты на предстоящий летний сезон и заявила, что сокращение расходов придется продолжить. Кроме того, Люфтганза все еще восстанавливает репутационные потери после крушения самолета ее дочернего лоукостера Germanwings. Этого перевозчика решено объединить с другой дочкой Люфтганзы Eurowings и тем самым ликвидировать проблемное имя.